я понял, что мы должны прийти к войне между злым началом и добрым началом, чтобы у нас была необходимость в помощи свыше. Как приходят к этой войне? Попробуйте найти, поискать, с кем ты воюешь, что ты хочешь, что с тем, с кем ты воюешь, чтобы с ним произошло, откуда ты берешь силы. Твоя война для того, чтобы победить врага, или же для того, чтобы приблизиться к чему-то другому. Но так надо выяснять. Это все выясняется на войне. Это не моя война, это война наша. Что значит наша война? Творца с Амалеком? В десятке, насколько я хочу прийти к реализации, я чувствую, что сам я не могу этого сделать. Ну хорошо, еще лучше. Тогда у тебя есть сейчас доказательство, что ты должен быть внутри десятки. Так в чем проблема? Так, ну это должно ощущаться в десятке. Что? Это война. Да, в каждом из десятки.